проливной дождь, а маленькие утята то и дело снуют по водной глади в поисках хоть какого-то укрытия. Им негде спрятаться ни от дождя, ни от нападок пернатых соседей, что делят с ними фонтан. Едва ли не каждый день здесь разворачивается настоящая бойня. Так дикие утки отстаивают территорию и защищают собственное потомство. Все, как и должно быть в природе. Вот только спасаться и обороняться птицы вынуждены не по своей воле. Сами утята запрыгнуть на парапет высокий они не смогут. Поэтому добрые люди, думая, что они спасают этих утят, они бросают их в фонтан. Утята становятся заложниками этих каменных стен, потому что там нет места, где им обсохнуть, там нет корма, там, собственно, если появляется вторая семья, начинается утиная война за территорию, и утки друг друга заклевывают. По доброте душевной люди спустили на воду несколько утиных семей. На прошлой неделе в фонтане плавали три взрослые утки с выводком. А всего пару дней назад волонтеры уже не досчитались одной. Ее просто заклевали. Теперь пятеро малышей остались без защиты мамы утки. Именно им то и дело приходится отбиваться от нападок взрослых особей. Правда, это не единственная опасность для беззащитных детенышей. Подвыпивший мужчина запустил собаку охотничью в фонтан. Она здесь плавала за этими утками. Здесь был полный переполох. Потом сам мужчина не мог вытащить эту свою собаку из этого фонтана. Все с ужасом за этим наблюдали. Ну, то есть бывают вот такие вот страшные вещи. Но хорошо, что они не случаются каждый день. Это, видимо, из ряда вон, но тем не менее. Активисты объединились в группу и теперь изо всех сил стараются спасти ситуацию. Уткам сделали специальные домики с крышей, каждый день подкармливают пернатых. Любые овощи мелко только порезать, потому что уток зубов нету. Потом вот это вообще вот все время рекомендую. Прекрасная замена хлеба, альтернатива. В любом магазине стоит вот 14 рублей. Я шла сейчас сюда, купила такой пакетик, именно вот мелкий геркулес. Это едят даже утята. Вот сейчас мы их кормили, они с удовольствием ели. Это для них сплошная польза. Но одной подкормки недостаточно. Птиц необходимо спасать, выдворять из каменных стен. Однако прежде чем выпускать на волю маленьких утят, их необходимо выходить. Утка, она дикая, она может какую-то, например, для домашней птицы принести заразу. Вот, ее можно держать отдельно, да, там, скажем, проколоть антибиотиками, да, ну и вырастить в определенных условиях, там, в определенных клетках, в определенной температурной среде до смены оперения и выпустить обратно на водоем, они выживут без проблем. Как выяснилось, попыток выловить представителей дикой фауны было много, но сделать это оказалось не так-то просто. Маленьких утят поймать очень трудно, потому что они очень юркие, силы у них есть. Мы в том году хотели лодку, хотели с лодки их поймать, там куда-то определить, но это не получается. Сейчас неравнодушным активистам остается делать только то, что в их силах, и надеяться на сознательность и бережливое отношение остальных. Нина Бережная, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.